Шалом, друзья! Шалом из Иерусалима! Меня зовут Ариэль Ревах. Я пастор, раввин мессианской общины «Призвание Израиля» в городе Рамле. И для меня большая честь принимать участие в этой конференции. И сегодня я хочу говорить на такую тему, как единство, единство народов через познание Бога Израиля. И мы находимся сейчас в Иерусалиме, в центре мира, в город, в который люди со всего мира приезжают, чтобы побывать здесь, чтобы походить на места, где ходил Иисус, побывать у стены плача, помолиться. И всегда задавал себе вопрос, что притягивает людей со всего мира в это место, где, в принципе, одни голые камни, но люди приезжают сюда со всего мира, с разных наций, с разных народов. Они хотят побыть здесь, они хотят прикоснуться к истории, они хотят быть на тех местах, где происходили особенные события, где быть в Иерусалиме, где жил, где умер и воскрес наш Господь, Мессия, Иешуа, Иисус Христос. И, как я сказал, моя община называется «Призвание Израиля», потому что я верю, что у народа Израиля есть особенное призвание и особенная миссия. И она была, она есть и остается. И сегодня мы немножко постараемся ответить на вопросы, почему люди со всего мира, со всех народов, они стремятся в это место, в этот город. И почему у народа Израиля есть особенное призвание и особенная миссия. Ефесянам, 1 глава, 9-10 стихи. Написано: «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в Иешуа Мессии, в устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Апостол Павел говорит, что о некой тайне, тайна, которая была скрыта во все времена, но которая открылась в последнее время с приходом Иисуса, Иешуа, Мессии на эту землю. И эта тайна состоит в том, чтобы все объединить под главою Христа. Мы видим, что во всей истории были многие попытки объединения. Объединение народов во время, когда Нимрод пытался построить башню, народы объединились против Бога. Мы видим в истории, что народы объединялись по религиозным признакам, по национальным признакам. Но мы видим, что это не работает. Даже сегодня мы можем увидеть, как люди, казалось бы, в одной религии, в одной деноминации, в исламе и даже в христианстве, которые верят в одного Бога, в одного Господа Иисуса Христа, но в то же самое время они не могут прийти к единству. Так что же мешает нам сегодня объединиться? Что мешает сегодня соединиться всем народам? Мы видим, как есть политические, экономические попытки объединить все народы. Мы знаем, есть Евросоюз, есть попытка создать одну валюту. Есть сегодня религиозная попытка, которая называется экуменизм, где, казалось бы, вот под одним названием многие религии, они пытаются объединиться, говоря, что Бог один, но есть много-много путей. И таких очень много попыток. Но Павел говорит здесь в Писании, он говорит, что только благодаря под главою Мессии, Иешуа, еврейского Мессии, возможно это единство, возможно это объединение. Бытие, давайте посмотрим в самом начале. Бытие, 12 глава, 3 стих. Бог, когда избирает Авраама, Он говорит ему такие слова: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословляться в семени твоем все племена земные». Галатам уже Павел, он больше объясняет вот эти места, эти обещания. 3:16 Галатам написано: «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих,
но как бы об одном – из семени твоему, которое есть Христос Мессия». И мы видим здесь, что Бог, давая обещание Аврааму, Он говорит, что в тебе благословлятся все племена, все, на иврите написано, все семьи земли, они благословлятся в одном семени. И Павел здесь говорит, что это не как в народе израильском, но в семени, которое придет через израильский народ, Бог благословит всех, весь мир. Это говорит о том, что Божий план от начала задуманы, как написано, прежде времен, а в том, чтобы объединить все народы, в том, чтобы привести к себе все племена земли, земные. Они могут состояться только тогда, когда люди познают еврейского царя, еврейского мессию, Ишуа мессию. В этом и, как я сказал, в этом, наверное, и есть самое главное призвание Израиля, чтобы именно через еврейский народ пришел Мессия Спаситель. Бог избрал этот народ из всех народов, создал этот народ в то время, когда все люди на земле, они развратились, появилось идолопоклонство. Но Бог избрал для себя этот народ, чтобы открыться ему, чтобы дать ему законы, чтобы дать ему жертвоприношение, чтобы этот народ служил и поклонялся ему. И в будущем, через много тысяч лет, чтобы через этот народ пришел Спаситель, Спаситель всего мира, которым должен будет спасти не только народ Израиля, но и все народы, которые будут познавать его. И также пророческая картина, когда Бог назначил праздник Кущей, и когда все в это время священники, они служили в храме, 70 жертв они приносились каждый праздник по числу 70 народов, которые проживали в то время. Это говорит о том, что еще одна функция народа Израиля – это быть священническим народом, народом, который не только приносил жертвы за себя, но также уже в те времена ходатайствовал и молился за народы всего мира. И хотя мы знаем, что в Торе написано, что Бог запретил израильскому народу общаться с другими народами, Он запретил им соединяться с другими народами, но Он не запретил другим народам соединяться с народом Израиля. И в Писании написано, что Бог говорил, когда придет к вам пришелец, то примите его. Если он станет жить здесь, если он примет вашу веру, вашего Бога, то пусть он станет частью народа. И об этом говорит книга Рут. Это пророческая картина, которая уже в то время показывала план Бога, цель Бога – это единство. И вы помните историю, когда Наиминь, она хотела вернуться в Израиль, когда умер ее муж, ее дети, и одна из ее жены и его сына, она говорит: «Я не оставлю тебя, я пойду с тобою». И она говорит такие слова: «Твой Бог будет моим Богом, твой народ станет твоим народом». Я хочу прочитать эти стихи. Это Рут, 1 глава, 16-17 стихи. «Но Рут сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». И она пошла в Израиль, и она вышла замуж за богатого человека Вооза. И Писание говорит, что она стала прабабушкой царя Давида. И это пророческая книга, пророческая картина, которая показывает те события, которые должны будут стать через 1000 лет.
она открывала план Бога, чтобы соединить Израиль и язычников, которые обратятся к Богу Авраама, Ицхака и Исаакова. И вы знаете, хочу рассказать очень интересный пример, историю. Это в Иордании есть один пастор, который верил в Бога, но верил в теологию замещения. Что такое теология замещения? Это теология, которая говорит о том, что Бог отверг свой народ. Бог отверг Израиль как народ. И сегодня есть церковь, и сегодня есть христиане, и они верят в Иисуса, и спасение принадлежит вот христианам и церкви. Но однажды он читал эту книгу, и вот эти слова, слова Рути, они пронзили его сердце. Эти слова, которые она сказала: «Твой Бог будет моим Богом, и твой народ станет моим народом». Что-то изменилось в его сердце, и он увидел, Бог коснулся его и показал, что отношение Бога к народу Израиля не изменилось, что Бог никогда не отвергал свой народ, и что его план – это соединить под одной главою народы, язычников, христиан с народом Израиля. И сегодня это он очень произраильский. Он ездит по конференциям, выступает на многих конференциях и рассказывает свое свидетельство. И рассказывает о своей глубокой любви к народу Израиля. Он рассказывает, как Бог открыл ему то, что было закрыто, то, что закрывало его глаза, изменило его жизнь. И сегодня он в Иордании, в арабском мире говорит это свидетельство. И это может сделать только Бог. Только Бог может коснуться сердца и показать, что Божий план – это единство, что Божий план – соединить под одной главою все народы. Когда Соломон строил храм на этой горе, и за моей спиной мы можем видеть храмовую гору, где стоял первый храм, где второй стоял храм. Когда Соломон строил этот храм, он строил его также не только для народа Израиля. Когда он посвящает этот храм на служение и молится, он говорит в книге Третье Царство, 8 глава, 41 и 44 стихи. «И если иноплеменник, который нет твоего народа, Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо они услышат о твоем имени великом и о твоей руке сильной и о твоей мышце простертой, и придет он помолиться у храма этого, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, чем будут взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой, Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм этот, который я построил. И когда войдет народ твой на войну против врага твоего, которым путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться, обратившись к городу, который ты избрал, и храму всему, и я построил имени твоему». Это ответ, почему все народы сегодня стремятся в этот город, чтобы молиться на этом месте, чтобы молиться Богу Авраама, Ицхака и Иакова. И храм, который был здесь построен, он был построен также пророчески, который должен был будет показать, что будет другой храм, храм, в котором поселится Бог, и в этом храме будет вечное поклонение. И Писание сегодня говорит для нас, верующих, что это храм, это мы, это верующие, это христиане, все, которые верят в Иисуса, в Ишуа Мессию, Писание называет храмом. Но здесь мы видим, как Соломон говорит, что если придут с других народов и помолятся тебе на этом месте, то ты ответь. Вы знаете, я много привожу также группы на это место, и многие верующие, просто люди, которые молятся,
Потом звонят мне, пишут свидетельства, говорят, мы молились об этой ситуации, мы молились о той ситуации, и мы получили ответ. Это говорит о том, что Бог, Он любит все народы, что Бог, для Бога дороги все народы. И Писание говорит, как Павел говорит, что Он является Богом не только евреев, но также и язычников. И поэтому, размышляя недавно об одной истории, почему был разрушен первый храм. Почему был разрушен первый храм? Мы знаем, это произошло за 600 лет до прихода Иисуса. Вавилон пришел на это место, разрушил Иерусалим, разрушил первый храм. Евреи были рассеяны, многие уведены в плен в Вавилон. Но я задумался, а какая была причина и какие были последствия этих всех событий? И я увидел удивительную картину, пророческую картину, пророческую подготовку того, что Бог хотел сделать. Вы знаете, причина, по которой был разрушен этот храм, это первое, это сильное идолопоклонство в Израиле. Настолько сильное, что если бы это не произошло, то, возможно, Израиль бы растворился здесь, живя на своей земле и в Иерусалиме. Вторая причина – это большой разрыв между богатыми и бедными. И третья причина – это разделение, клановость, которая разделила племена друг с другом. Написано, одно колено притесняло другое колено, а другое колено завидовало третьему колену. И Бог вмешался в эту историю, и Израиль был пленен. Но что произошло в Вавилоне? Удивительно просто. Народ объединился. Израиль снова сплотился вокруг своего Бога, вокруг своей веры. Вернулся к своим традициям, к своей культуре. Вернулся к Торе. Это удивительно. Исчез разрыв между богатыми и бедными. Все стали равными. Исчезла клановость. Все стали равными, едиными в этих бедах. Но четвертое, что удивительное произошло в это время. Евреи стали строить синагоги. Стали строить молитвенные дома, в которые, мы читаем в истории, стали приходить язычники. И мы читаем это уже в книге «Деяния апостолов», когда Павел шел в свои путешествия. Мы читаем, что первым делом он шел куда? В синагоги. Он шел к евреям. Его сердце было всегда направлено к евреям. Но он находил таких людей, Писание говорит, боящихся Бога. Они были везде, они были при каждой синагоге. Это были люди из язычников, которые обратились к Богу Авраама, Ицхака и Иакова, которые обратились в то время к иудаизму и стали верить точно так же, как верили евреи. Но я вижу, что разрушение храма, рассеяние народа Израилева, строительство этих синагог стало такой пророческой картиной или пророческой подготовкой к тому, что придет Мессия, к тому, что весть, благая весть о Спасителе, о Иисусе Христе, о еврейской Мессии, она распространится дальше. Тогда еще никто не мог знать. Даже апостолы еще, они до конца не понимали всей картины, пророческой картины. Потому что здесь, находясь сейчас, когда мы вот также находимся на Леонской горе, они спросили у Иисуса, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? На что Иисус сказал, не ваше время знать времена и сроки, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самаре и до края земли. И мы знаем, что благая весть, она вышла отсюда, она вышла из Иерусалима. Она пошла дальше в Самарию, Римская империя. Историю одну читал, что
практически до 300 года, когда христианство переживало гонения, вера в Иисуса, в Ишуа, распространилась практически по всей империи. И примерно в то время с 80 тысяч верующих евреев, которые жили на этой земле, до 300 года христианство уже насчитывало 300 миллионов верующих. Это удивительно. Но все началось здесь. Но Иисус сказал: не ваше дело, когда придет царство. Ваше дело идти в народы. Ваше дело принести спасение другим народам. Ваше дело рассказать обо мне, о том, что Бог уже все совершил, что все грехи прощены, и что сегодня Бог, Он призывает в себе всякого, написано, Павел говорит, всякий, кто призовет имя Господне, он спасется. Каждый, кто исповедует Ишуа Мессии, он спасется. И поэтому те события, они стали пророческой картиной, пророческой, я сказал, подготовкой к спасению народа. И мы также читаем, даже в Деяниях, что уже в Иерусалимской церкви находились не только евреи, но были и обращенные из язычников. Также мы читаем в Антиохии, церкви, в которой большинство были язычники, там были и евреи, Павел, Варнава и другие. Ефесянам хочу зачитать, это один из моих любимых стихов, которые говорят пророчески о единстве народов. Вторая глава с 11 по 19 стихи. Павел говорит: помните поэтому, что вы по рождению язычники, которых так называемые обрезанные человеческим обрезанием, совершаемые руками, называли необрезанными. Вы были в то время без Христа и не принадлежали к народу Израиля. Завет, в котором были заключены обещания Божьи, на вас не распространялся. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. Но сейчас в Иисусе Христе, в Ишуа Мессии, вы, бывшие некогда далеко, кровью Христа стали близки. Он сам примирил нас и сделал из двух одно, разрушив своей смертью стоявшую между нами стену, то есть разделявшую нас вражду. Он упразднил закон с его повелениями и правилами. И его цель – создать в себе из двух один новый народ. Установить мир и обоих в одном теле примирить с Богом через крест. Уничтожив собою вражду, он пришел и принес радостную весть о мире вам, бывшим тогда далеко от него и тем, кто был близок к нему. Поэтому через него мы все в одном духе получили доступ к одному Отцу. И поэтому вы уже не чужие и не инородцы, вы сограждане святому народу Божьему и члены его семьи. Замечательные стихи, где Павел также в этой главе, он также говорит о тайне. Эта тайна также была сокрыта, как и приход Мессии, как и то, что он хотел объединить все народы. Здесь Павел говорит, что это была тайна. Тайна в том, чтобы объединить все народы, чтобы, написано, соединить и сделать один народ, целый народ. И он говорит, напоминает им, что вы были без Мессии, вы вообще были чужды заветов, обетований. И написано, что разделяло нас? Разделяло нас Тора или закон, который запрещал народу Израилева общаться с язычниками, прикасаться с ним. И
Это то, что помешало народу Израиля увидеть свое призвание и предназначение. Как я сказал, я верю, что у народа было и есть призвание. Это апостольское и пророческое призвание. Призвание Израиля было принести откровение о живом Боге народам, которые жили в те времена, которые были идолопоклонниками. Но народ Израиля, он закрылся в себе. Он сказал, это наш закон, это наша Тора, а мы ожидаем нашего Мессию, который придет и установит вот наше царство. Но план Бога, он намного больше. Бог не видел только спасенным народ Израиля. Он видел спасенными все народы. Все народы. И мы говорим, это тайна, которую даже Петр не понимал. Когда он увидел в Яфо, в Иопии, когда он молился на крыше, увидел видение, которое Бог показал ему и сказал, то, что Бог почитал, очистил, то ты не почитай нечистым. Бог открыл ему о том, что Бог очистил все народы. Как написано, что крест, он разрушил эту преграду, которая стояла между евреями и язычниками. Она убрала вот эти все разделения, предрассудки, и говорит, что и те, и другие, и Израиль, и язычники сегодня могут прийти к одному Отцу в одном духе. И это действительно удивительная картина. Мне показывает, что Бог всегда хотел открыться народам. В первую очередь народу Израиля, но также народам, как Отец. Как Отец. Иисус, когда Он все время говорил, «Я и Отец одно». Евреи, они за это и распяли Его, за то, что Он называл Себя Сыном Божьим и равным Богу. Но Он, Иисус говорил, «Я пришел показать Отца». Показать Отца. И в этом был Божий план, как здесь говорится, чтобы все народы, чтобы и те, и другие, они могли прийти к одному Отцу. Не просто к Богу, не просто к Господу, но к Отцу. Отцу. Удивительная картина. И здесь написано, чтобы сделать один народ. Вот почему для меня это ответ, почему нет единства. Для меня это ответ, почему люди не могут соединиться, почему в религиях не могут соединиться, почему в деноминациях не могут соединиться. Потому что каждый, знаете, каждый видит Бога по-своему, каждый хочет как бы взять Бога себе. Это наш Бог, это наш Иисус, и это наш Мессия, сказать. Но мы видим, что Иисус не принадлежит какой-то нации, какому-то народу. Мессия принадлежит всем. И написано, что в Нем, только в Нем и есть единство. И удивительно, что для меня вот вопрос отношений семьи, детей, он очень открыт здесь, потому что в Писании Бог называет Израиль сыном моим, первенцем моим. Иисус, когда ходил здесь, он говорит, у меня есть овцы и другие, как бы с другого места, и моя цель привести их ко мне, чтобы был одно стадо и один пастырь. Это пророческая картина семьи, что Бог, он отец, Израиль, он как старший сын. А другие народы, это как младший сын. И это не делает кого-то лучше, это не делает кого-то особенней. Да, есть призвание, есть предназначение, как у народа Израиля. Но, как говоря об отношениях, говоря о единстве, говоря о любви друг к другу, мы можем видеть, что это возможно только, когда ты приходишь к Иисусу. Когда ты приходишь к еврейскому Мессии, ты познаешь Его, и ты переживаешь откровение о Божьей любви, о Божьем спасении. Но когда ты переживаешь откровение о любви Бога к тебе,
к другим народам. Ты не можешь пережить откровение о том, что Бог точно так же продолжает любить свой народ, народ Израиля. И в послании римлянам Павел говорит: не отверг Бог народа своего, которого он предузнал. Написано, что Бог закрыл на какое-то время глаза. Написано, чтобы спасение пришло язычникам. Давайте подумаем, если бы Израиль принял тогда Мессию, пришло бы спасение в другие народы. Но Бог, написано, пожертвовал на какое-то время своим старшим сыном, чтобы привести к себе других детей, младшего сына, и чтобы в конце объединить, сделать их одним целым. Написано, один народ, который может соединиться только в церкви, только в церкви, только когда ты принимаешь Иисуса, Иешуа, своим Господом и Спасителем, ты становишься, как Павел говорит, мы становимся согражданами святыми и свои Богу. Бог принимает вас в свою семью. Точно так же, как Руф, она присоединилась к народу Израилева, и она не имела права прийти в народ Израиля. Она не имела по закону никаких прав присоединиться. Но Бог просто по своей милости принял ее, и она вошла в родословную Иисуса Христа. И для меня очень сильно в этом такая мысль, что если ты приходишь к Отцу и переживаешь Его любовь, ты не можешь не любить и другого брата из своей семьи. Ты не можешь полюбить и принять израильский народ. Я хочу рассказать небольшое свидетельство об одном человеке, которого я встретил в 2016 году. Он из России, и он мне рассказал удивительную историю о себе. Он бывший военнослужащий, служил еще в советской армии, затем в российской армии, летал на самолетах, был в секретной части, которая самолеты, которые носили ядерное оружие. Но он говорит, был сильным антисемитом. Еще находясь в военном училище в советское время, кто-то просто подсунул ему антисемитскую литературу. И эта мысль настолько сильно засела в нем. И не просто засела, она стала расти в нем. Он настолько стал ненавидеть евреев, что специально записался в общество знания и ездил еще по Советскому Союзу и затем по России с разными лекциями о вреде пьянства, алкоголизма. Но вторая часть его лекции всегда была одна – во всем виноваты евреи. И он говорит, когда я видел евреев на своих лекциях и видел, как они корчились от этих обвинений, как им было плохо, он говорит, меня это доставало удовольствие, еще больше возбуждало меня. И в какой-то момент он сказал, я подумал, что в России не должно быть синагог. И он решил устроить теракт и стал готовиться, собирать информацию, как он может взорвать синагогу. Но в то же самое время он искал Бога. И один человек просто сказал ему, знаешь, ты ищешь Бога, ты борешься с Ним? Он сказал, да. Он говорит, тогда тебе нужно прочитать книгу от Бога, чтобы понять своего врага. И он пошел в библиотеки, и в то время в библиотеках не давали просто Библии. Нужно было получить специальное разрешение от коммунистической партии, что ты берешь эту Библию для изучения против религии. Но однажды он встретил женщину, которая сказала, у нас на работе есть инженер, она верующая, она баптистка, вероятно, она сможет тебе помочь и даст Библию. И он договорился с ней на встрече, и она пригласила его в церковь на собрание. Он пришел туда, он просидел, прослушал проповедь, но все это он сказал, какая-то чушь, он ждал конца, пока эта женщина не принесла ему Библию. И вот он пришел домой, начал читать Евангелие,
И он увидел, первая мысль, которую он увидел, что Мария была еврейкой. До этого все, что он слышал в России, что Мария, она где-то там из Рязанской области, что Иисус, он был православным, но в нем горело, он не мог поверить, что Иисус и Мария, они были евреями. И это слово, когда он прочитал, что Мария была еврейкой, что, оказывается, Иисус родился от Марии, родился от евреи, от еврейки, она настолько, он, как он сказал, меня как током ударило, я не мог поверить, не мог принять эту истину. И с этого момента он обратился к Богу, он стал верующим, он начал делать первые шаги. И он также оставался еще военным. И вот однажды он говорит, в нашу часть пришел новый замполит, и он оказался евреем. И этот замполит ходил, со всеми знакомился и подавал руку. И он подошел ко мне и подал мне руку. И он говорит, вдруг вот этот антисемитизм, который он думал, что уже ушел, исчез из него, когда он стал верующим, вдруг он говорит, снова поднялся во мне. И он говорит, я потерял сознание. Он очнулся возле телевизора, и по телевизору шла какая-то передача верующих, он не помнит. Но он молился, стоял на коленях и молился, Бог, либо забери от меня эту ненависть, либо как бы я не хочу быть вот так верующим, с таким отношением. И в этот момент он говорит, я почувствовал, как что-то, как клубок такого негатива, что-то черного вышло из меня, и из телевизора вошло какое-то новое облако. И он говорит, я упал в этот момент, начал плакать и говорит, простите меня, евреи, простите меня за эту ненависть, которая была во мне. Он говорит, я готов был в этот момент просто целовать всех евреев, обнимать всех евреев, готов просто то, что пусть меня бьют, он говорил, пусть делают все, что со мной хотят. Я любил их Божьей любовью. Друзья, это удивительно. Как я сказал, что если ты приходишь к Богу и принимаешь Его любовь, то ты не можешь не любить того, кого Бог возлюбил. Это сильное свидетельство, друзья. Я хочу рассказать еще одно, что каждый год до эпидемии сейчас, до того, как закрыли сейчас все страны, каждый год или в Турции, или в Иордании проходили конференции. Это тайные конференции, в которых встречались верующие из Израиля, евреи, арабы и также встречались пастора или служители из мусульманских стран, которые уверовали в Иисуса, и они встречались тайно, потому что это было опасно для них, но они встречались вместе, они молились вместе. Как Писание говорит, один народ, один Отец поклоняется в Отцу в одном духе и истине. Это пророческая картина, то, что Бог, Он соединяет только в Иисусе, могут соединиться все народы, разные народы. И знаете, в Израиле также есть, их немного, но есть верующие, которые были мусульманами, обратились к Мессии Иешуа. И сегодня они любят Израиль. Есть друзы, которые любят Израиль и служат даже в израильской армии, становятся произраильскими. Это удивительно. Знаете, я много езжу, много путешествую и служу также в теме Израиля. И иногда ко мне подходят простые верующие в церквях и говорят, знаешь, нам никто не говорил, ни пастор, ни служители, что нужно молиться за Израиль, нужно ходатайствовать за Израиль. Они говорят, Бог открыл нам во сне, или я молился, Бог сказал, молись за Израиль, ходатайствуй сейчас за Израиль. Это говорит для меня о том, что Бог не отверг своего народа. Бог продолжает любить свой народ. И именно
когда христиане, верующие, приходят к Богу, Аврааму, Ицхаку, Иакову, к Иисусу Христу, они найдут и обнаружат, что Бог – это Бог Израиля. И что только в Нем возможно соединение, в Нем возможно это единство. Хочу прочитать еще несколько мест Писаний из Колоссянам. 3 глава, 11 стих говорит: «Новое творение не дает места для проведения различий между язычниками и евреями, обрезанными и необрезанными, чужестранцами и варварами, рабами свободными. Напротив, Мессия является всем во всех». Написано, что новое творение, новый человек, новый верующий, который верит в Мессию Иешуа, который, написано, является Божьим храмом, в котором живет Иисус Христос, написано, он не делает различия. Он не смотрит лицеприятно, кто из какой нации, кто из какого народа. Она видит в других Мессию, она видит в нем Христа, она видит того же Господа и Спасителя. И поэтому, написано, она не делает различий. То есть она видит того же Сына, Дочь Божью. Она видит, что мы одна семья, что мы... у нас есть один Отец. И именно в Мессии, как я вижу, стираются грани национальности. То, почему и нет сегодня единства. Говорят, мы из этой нации, мы из этой нации, мы, у нас такая культура, у нас такая культура. Знаете, в Иисусе мы все остаемся своей национальности. Евреи – евреями, русские – русские. Там грузины, грузины, азербайджанцы, азербайджанцами. Каждая нация, она остается своей. Но мы видим, как именно вера и любовь, она убирает вот этот национализм. Она убирает социальные принадлежности, культурные принадлежности. Да, Бог ценит национальность, Бог ценит нашу культуру, каждого народа. Но также мы видим, если мы будем смотреть на национальные, культурные, социальные различия, то это и будет разъединять нас. Но если мы будем смотреть на Мессию, если мы будем смотреть на Отца, если мы будем жить в Его любви, то это будет объединять нас. Тогда мы будем любить и принимать любого человека, любой нации, любой принадлежности, любое вероисповедание, мы будем видеть в нем Иисуса, мы будем видеть в нем Мессию, мы будем видеть в нем любовь Божью. И Колоссянам 3 глава 14-15 стихи написано: «Прежде всего облекитесь в любовь, которая является совершенным образом связывает и удерживает все. Принимая решения в своем сердце, руководствуйтесь шаломом или целостностью, единством исходящих от Мессии, так как именно для этого вы были и призваны стать частью единого тела». И Павел говорит, что во всей своей жизни, во всех своих решениях, во всех своих взглядах и поступках написано: руководствуйтесь целостностью с Мессией. Написано: облекитесь в любовь. Как я сказал, что если ты любишь того, кого Бог послал, если ты любишь Христа, если ты любишь Отца, ты будешь любить и другие народы. Ты будешь любить тех, кого и Он создал. Ты будешь любить и других братьев и сестер. И написано, что ты будешь принимать решения из того, из той целостности, того единства, в которое Бог поместил нас. И в завершение я хочу рассказать свой сон, который также приснился мне в 16-м году. Это сон, он очень похож на некоторые места из Писания, из Откровения.
И в этом сне я стоял на Леонской горе, как точно так же я стою сейчас. Я смотрел на Храмовую гору, и я смотрел и видел Голгофу. И везде была тьма и темно, но там на Голгофе был такой маленький свет. И я знал, что в это время там сейчас умирает Иисус. И в следующее мгновение я стоял возле креста, возле места распятия. Я смотрел на крест, но он уже был пуст. И вдруг Иешуа, Иисус, он вышел с правой стороны, и медленно-медленно он шел рядом со мной. Он не смотрел на меня, он просто прошел, я видел его раны, он прошел мимо меня, пошел вот сюда влево. И я чувствовал, как необъятная сила Божьей любви, она начала тянуть меня за ним. И третья картина была, я стоял в огромном-огромном храме. Этот храм не имел границ. Я стоял в первом ряду, и за мной, я обернулся, стояли миллионы людей. Миллионы людей со всех наций и народов. Но впереди сидел Иисус, Иешуа, на троне. На нем была золотая корона, и он был в еврейской традиционной одежде. На нем был талит. Я помню это очень отчетливо. И вдруг эта сила любви с его места, с этого трона, она снова начала тянуть меня к нему. И я не выдержал, я побежал, я упал, я обнял его ноги. И эта любовь, она просто обнимала меня. Это удивительно, я до сих пор помню все это в подробностях, но для меня это вот это пророческая картина, что только в Иисусе есть это единство, что на небо придут люди со всех народов и со всех наций, и они будут поклоняться одному Богу в одном духе. Я хочу коротко помолиться о вас, чтобы просто Бог коснулся вас, чтобы Бог открыл, может быть, то, что вы не видели, не понимали, чтобы вы увидели, что только в Иисусе есть возможность быть вместе. Отец, я благодарю Тебя. Я благословляю каждого верующего, каждого, кто верит в Мессию Иешуа, в Иисуса Христа, каждый, кто верит Отца, кто принял Его любовь. Я молюсь, чтобы, как Павел молился, сердца они расширились. Расширились для других людей, для других может быть, верующих, для других церквей, для других деноминаций, для других народов, чтобы оно открылось для народа Израиля. Отец, покажи это единство, которое есть в Иисусе, ту любовь, которую Ты вложил в нас, пусть она будет явлена в нашей жизни, и пусть мы станем одним, единым народом, который служит одному Богу, в одном духе, в одном сыне и в одной любви. Благословляю вас, друзья, во имя Иешуа.